Как нужно окупать кота-сфинкса. Вот он. Грязный. Грязнули. Сейчас мы его будем намывать. Для начала мы настраиваем воду. Делаем ее немного горячее, чем для человека. То есть, к примеру, воды купались в одной температуре. Для кота-сфинкса нужно делать воду немного погорячее. У них все-таки температура тела более горячая, поэтому в воде, в которой купался бы человек, им будет более прохладно. Поэтому нужно потеплее делать воду. Немножко мы набираем воды, чтобы ему было комфортно. В идеале нужно купать вдвоем, чтобы один его держал, а другой намывал, потому что они будут выскакивать постоянно. Ну, например, у нас кот купаться не любит. И в нашем случае мы купаем вдвоем, потому что Андрей держит, а я мою. Так, настраиваем воду на комфортную температуру. Дело в том, что у нас через душ вода идет горячее, чем через кран, поэтому настраиваю через душ. Поехали. Ну, конечно. И нужно смотреть, чтобы им в уши не доливалась вода. Да, это самое главное. Можно вот так же развернуть его. Поставьте так, как будет удобно вам и комфортно коту. Так, намочили со всех сторон, все лапки, все. Далее я беру тряпочку вместо одноразовой губки. Сейчас искупаю кота, потом просто ее выкину. Мочу. Специальный шампунь продается. Мы используем вот такой шампунь для безшерстных пород. Вы, в принципе, можете брать любой подходящий для вас, но непосредственно мы берем для безшерстных пород. Немного его надуться. Подушечки кошачьи, грудочку. Ему нужна точка опоры передним лапком. Вот, да, держи его так. Пальчиков тоже промываем, потому что у них там забивается грязь. Сейчас полосну тряпочку и буду протирать лицо и голову. Следите, чтобы в уши не заливалась вода. Почистить палочками уши, ну и, соответственно, вытереть его полотенцем. Все, вот чистый, практически свежий. Видно, наш котик дрожит, но это он после ванны всегда так дрожит, все в порядке. Сейчас мы ему быстро почистим ушки, а то они у него очень грязные. и отпустим. Сильно глубоко залазить не надо, но чистоту в ушках наводить тоже нужно. То есть прям сильно глубоко палочкой тыкать и там орудовать тоже не стоит, потому что можно повредить слуховой аппарат кота, что вследствие может там привести к тому, что кот перестанет вообще слышать. Так, оп-оп-оп, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, малыш. Видно, что коту не очень это нравится, не самое любимое занятие, но это делать нужно, потому что у них могут в ушах там завестись всякие гадости. Все, 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 сейчас закончим, все, все, сейчас. Тихо, 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 малыш, все. Все в порядке, вот, все, ушко чистенькое, волосиночку убрали. Сейчас я аккуратно почищу, все. Сейчас можно будет на него уже одеть спокойно кофту, чтобы он уже согрелся. Ну, по сути, это как маленьким деткам. Им тоже нужно чистить ушки, носик, ну, примерно то же самое. Нужно следить за таким котом. Хорошо. Я почти закончила этот эфир. Все. Вот у нас чистый вымытый кефир. Стоять. Теперь надеваем кофту. Знаю, что не самое любимое занятие, но кофта изрядно потрепана, потому что кефир очень неаккуратно ее носит, но она довольно теплая. Все, получается такая... вот такая маленькая барышка. Лицо покажи его. Такое чистое лицо.